Губернатор Самарской области занял 5-ю строчку в рейтинге влияния глав регионов России. Его публикует независимая газета. В июньском опросе приняли участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Николай Меркушкин укрепил свои позиции в зоне «Очень сильное влияние», поднявшись за месяц на один пункт. Впереди главы Татарстана и Чечни и губернатор Санкт-Петербурга. Возглавляет список Сергей Собянин.